распродажа антиквариата. Посмотрите, какая красота. Здесь монеты Украины, значки, серебряные монеты, портсигар, серебряные медали. Опять же повторюсь, значки. В общем, потихонечку поехали. Серебришко, медяхи. Свет включил, чтобы видно было. Ну вот так. О, так лучше, да? Тик. Медные монетки. Значки тяжелые. Спартак. Тоже тяжелый. Здесь у нас значки тоже. Друзья, это у нас жетоны. Царизм, Харьков. Вот редкий Александр III. Серебряная монета. 5 копеек. Таких у меня было много раньше. Уже осталось практически ничего. Два последних. Это не знаю, я вам показывал. Здесь набор. Жетоны, монеты, серебряная медаль ранняя СССР хозяйства, две монетки, щитовики в люксе, набор монет, этих значков. Вот он, это все продано, друзья. У нас распродажа застоявшегося товара. Ну, так нельзя, конечно, говорить, но... Скажем так, товар, который уже изжил себя и заработал в несколько раз. Вот, кстати, редкая монета тут, 43-й, в люксе. Полтинники, 24-й, со звездой, 25-й. Вот редкая монета. Масоны, 5 копеек. 24-й. Вот это все люди. Жетон Харькова. Книжка. Царизм. Ну и здесь, друзья, тут у нас разные монеты. Англия, Украина, Польша, серебро и не только. Вот такая мега-мега распродажа в магазине. Если есть предметы старины, предлагайте. Также, друзья, обучение по антиквариату, средства для чистки монет. У нас также пиар ваших неокрепших девственных каналов. Бесплатно можете заходить в телеграм-группу и успешно там выставлять свой товар.